Замечательно, когда мы можем найти интересный рецепт выпечки, который легко и быстро готовится. Сегодня я для вас приготовлю насыпной яблочный пирог. Самое сложное – это почистить и натереть яблоки. С них и начнем. Пирог выпекается при температуре 180 градусов 50 минут. К этому пирогу я приготовлю свое любимое фруктовое мороженое. Сначала нужно взбить предварительно замороженные бананы. Эти десерты очень нежные на вкус. Вам понравится. Самые разные актуальные для женщин темы в программах «Семеро с ложкой». Видеорецепты «Семеро с ложкой кулинарии». Смотрите, спрашивайте, комментируйте. До новых встреч!